Okay, let's try something different. Всем привет, дорогие зрители, подписчики канала. С вами КВБ ТВ. И сегодня мы решили записать наш первый влог, выложить его на канал и показать нашу аппаратуру. У нас появился новый штатив фирмы Hammer. Мы приобрели его в Польше. Также появился новый фотоаппарат Nikon 5000, ой, D5000. Короче, зрители, у нас очень много вопросов было постоянно по поводу звука. Все комментарии отрицательные, скажем так, ну или полуотрицательные, все были по поводу звука. Всем не нравился наш звук, постоянно у нас какие-то траблы были. Вот, поэтому мы решили исправить проблему, нашли новый диктофон. Нашли микрофон. Да, нашли микрофон, точнее, Дима нам предоставил микрофон свой. И сейчас мы тестируем, скажем так, наш новый звук. Прошу в комментах, пожалуйста, написать, как вообще исправился звук. Ну, чтобы мы знали вообще, исправилась стало проблема лучше, или нет. Стало хуже, что стоит еще исправить. Да. Либо вообще ничего не изменилось. Также мы совсем скоро уже купим еще второй диктофон. У нас уже будет два микрофона, чтобы нас было еще лучше слышно. И скоро вот у нас будет влог на 9 мая, и там у нас уже будет вторая камера, вторая GoPro Hero 4. И вы все заметите на своих экранах. А теперь смотрим то, что у нас получилось на нашу аппаратуру.